Несколько месяцев назад в подъезде дома номер 31 по улице Ленина во время пьяной драки жестоко убили молодую девушку. Все бы ничего, похоронили и забыли, но через пару месяцев начала твориться какая-то чертовщина, которой не было никакого объяснения. Как же я устал сегодня. Надеюсь, хоть сейчас доберусь до дома. Отдохну. Какого черта? Здесь живым ли все? Алло, привет, Гена, я уже на подходе. Приготовь пиво. Нет, Вася, не поднимайся, в подъезде кто-то есть. Ген, ты без меня уже принял, что ли? Я сейчас прибегу, поговорим. Нет, Вася, не делай этого, нет, алло.